Министерство ГО и ЧС Краснодарского края предупреждает. При получении информации о выпадении сильного снега воздержитесь от поездок или прогулок. По возможности оставайтесь дома или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если вы оказались на улице в условиях снегопада и гололедицы, будьте предельно осторожны при ходьбе, чтобы не получить повреждения. Водителям транспортных средств необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Запомните телефоны единой дежурной диспетчерской службы 112, круглосуточные телефоны оперативного дежурного 8 861 260 35 21, 8 861 260 38 15, сотовый 8 918 390 33 09.